Что касается Гомсельмаша, значит, вы возьмите на контроль. Если кто-то решил там проблемы эти завуалировать, там же некоторым наручники одели, а некоторые сидят, которые должны были контролировать, по домам сидят, зашились, наворовал немало. И думаю, что до них не доберутся. Я знаю в общем, что там происходит. И после посещения Гомсельмаша я был инициатором, чтобы на это предприятие пристально посмотреть. Я получал сигналы оттуда. А когда посмотрели, там проблем выше крыши. Поэтому военное положение. Кто хочет работать, работайте. Кто не хочет, за забор. Другого выбора у нас нет. Ибо мы погубим Гомсельмаш. А это бренд нашей страны. Без Гомсельмаш сегодня никуда. Никакое село, никакая промышленность развиваться не может. И главное – это качество. Да, неплохую технику мы производим, но если не будем работать над качеством, нас выпихнут из рынка. И мы не будем хвастаться. Цена качества, мы выигрываем. Люди купят дороже технику. Но они купят технику ту, которая будет работать. Заплатив за нее в 3 раза дороже, чем нашу. Поэтому нам надо каждый день, каждый час работать над качеством. Я не скажу, что там она некачественная продукция, но по качеству мы пока еще отстаем от ведущих компаний мира.